Что же такое хорошее сексуальное? Это когда вы чувствуете полную раскрепощенность, когда вы чувствуете полную свободу, когда вы ощущаете полное доверие, когда вы способны обмениваться нежностью, да, когда вы способны обмениваться удовольствием. И это вы можете делать только в том случае, если вы не испытываете тревоги, если вы не испытываете внутреннего напряжения, если вы умеете полноценно расслабляться, если вы умеете чувствовать момент, да, то есть не, ну, что там, женщина начинает проигрывать, как они выглядят со стороны. Все, в этот момент они теряют всякое сексуальное возбуждение. Мужчины начинают думать, достаточно ли они хороши или недостаточно. В этот момент тоже все счастье пропадает. Вот эти все заморочки тревожного, их много очень. Это, ну и все, куда ни кинь, везде клин. Вот. И в основе этого всегда тревога.